Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня историк и журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните из-за рубежа, код Латвии, плюс 371. Николай Карлович, как переживаете самоизоляцию, этот период, насколько для вас трудный? Ну, не могу сказать, что он особенно трудный, как для всех, собственно говоря. Сидим дома, вырастаем в землю, привыкаем к одиночеству, нормально все. Ну вот сегодня, кстати, отмечают очередную годовщину образования пионерской организации, и у меня вот пол-ленты в Фейсбуке как раз в воспоминаниях с людьми в красных галстуках, но есть и критические отзывы, в частности, вспоминаю тех пионеров, которые занимались тем, что доносили на своих соседей, на своих знакомых. Вот какое у вас отношение к пионерской организации? Вы знаете, никакого. Все-таки доносили представители другого поколения. В мою бытность пионеров уже никто не доносил ни на кого. Поэтому просто красные галстуки, там, взвейтесь кострами, синие ночи там, и так далее. Смешно то, что тогда нам говорили про наше светлое будущее, а сейчас нам говорят про наше светлое прошлое пионерское. А так все, в общем, приятно вспомнить, как любое детство, не более того. Ну, пионерская организация и вообще сама эта идея, она, на ваш взгляд, все-таки имела положительные стороны, учитывая, что это было некое... Абсолютно никаких положительных. Это тоталитарное устройство. Значит, была партия, до партии был комсомол, до комсомола была пионерия, до пионерии были октябрята. Это такая прямая линия в любом тоталитарном государстве. Но сами по себе пионеры, они ничего, в общем, особо и плохого не несли, потому что... Все-таки возраст не позволял. Комсомол уже другое дело. Но многие, кстати, предприниматели на постсоветском пространстве вышли из комсомола. И, кстати, многие латвийские политики вышли из комсомола и вспоминают его добрым словом. Но у вас другое отношение именно к комсомолу. Мне комсомол ничего лично плохого не сделал. Я, кстати, был даже на выбранной комсомольской работе в одно время. Вот. Но, естественно, я повторяю, что, как и в любом тоталитарном режиме, комсомол – это преддверие единственной партии в этом режиме. Поэтому, конечно, комсомол готовил людей к партийной работе, к партийной карьере со всеми вытекающими последствиями. Ну вот сегодня можно услышать мнение, что многие люди на постсоветском пространстве скучают по такому иерархическому устройству, что в Советском Союзе было все примерно понятно, во всяком случае была некая иллюзия стабильности. И... Октябрятка, пионеры, комсомолы, потом член партии или не член партии, тут уже зависит от того, кто как вступал или не вступал, в общем-то, давали ощущение стабильности. Это была иллюзия, как вы считаете? Ну, конечно, иллюзия. У Акуджавы была такая песня. Римская империя периода упадка соблюдала видимость твердого порядка. Конечно, это была иллюзия. Иллюзия того, что есть надежность завтрашнего дня, есть уверенность в том, что завтра будет так же, как сегодня, что ты можешь ни о чем не думать, что вместо тебя будет думать начальство. Это была, кстати, не иллюзия. Действительно, можно было ни о чем не думать. Другой вопрос, хорошо ли это? Сеть прервалась, Мариша. Ну... Нет, мы слышим вас, Николай Карлович, вы с нами на связи. Да, все хорошо, спасибо. Спасибо. В одном из интервью вы, отвечая на вопрос об эффективности советской системы, советского устройства или неэффективности, уже не точно помню, как был поставлен этот вопрос, вы сказали, что СССР рухнул бы все равно. И даже назвали высказывание Михаила Горбачева по поводу того, что они знали, куда идут. Вы сказали, что он лукавит. На ваш взгляд, почему все-таки это произошло? Почему произошел распад Советского Союза? Потому что Советский Союз был абсолютно неэффективен. Он был просто исторически неэффективен. Это был неэффективный, обреченный на поражение в глобальной конкуренции режим. Вот, собственно, и все проще пареной репы. Как может быть эффективным режим, построенный на однопартийной системе, на безальтернативности и несменяемости власти, на монопольной государственной экономике? Ну, это уже когда-то в свое время, там, в
античном мире такой режим мог существовать долгое время, а в современном быстро меняющемся мире он был, конечно, обречен. Ну, можно как угодно его любить, не любить, бога ради. Можно любить все, что угодно. Но это эмоции. А объективно, конечно, он был абсолютно неэффективен, слаб и обречен. Но 70 лет все-таки большой срок для такой империи, как Советский Союз. 70 лет в исторических реалиях – это очень маленький срок. Это крошечный срок. Я напомню, что Россия существует больше 1000 лет, Римская империя существовала больше 1000 лет, а потом еще Восточная Римская существовала еще столько же. Что такое 70 лет, Господи? Это капля в море, капля в историческом море. Но считается, что ГКЧП и попытка сохранить Советский Союз как раз ускорила его распад. Вот на ваш взгляд, какую роль в этом смысле сыграл Пуч? Ускорил ГКЧП, но все равно он бы развалился. Просто ГКЧП сделал этот развал более радикальным и более стремительным. А развал был неизбежен. Просто он был бы более плавным и более долговременным. И все. Есть ли, на ваш взгляд, какая-то историческая неизбежность тех событий, которые мы переживаем сегодня? Знаете, я не склонен к такому историческому детерминизму. Вот я считаю, что история как раз имеет сослагательное наклонение, что не все, что происходит, это обречено на то, чтобы произойти. Нет. Может быть, по-всякому. Вот я, так скажем, много читаю про события столетней давности, убеждаюсь в том, что все могло пойти по-другому даже с развалом Российской империи, она могла и не развалиться. И сейчас, может, могло все пойти по другому пути. Очень много субъективных факторов, очень много. То есть можно сказать о том, что закономерность истории – это в каком-то смысле отражение наших собственных убеждений, наших собственных желаний, может быть, чтобы так было, эта цикличность? Закономерность, во-первых, закономерность и цикличность – это разные вещи. Во-вторых, это, понимаете, закономерность проявляется, но через массу событий, через массу факторов и через очень длительные периоды времени. А каждое событие назвать закономерным. Вот я сейчас выйду на улицу, там споткнусь и вывихну себе ногу. Это не закономерно. Но так или иначе можно проследить эту закономерность именно в истории? Иногда можно, иногда нет. Но большевикам повезло в 17-м году, вот как вы считаете? Это было случайностью? Большевикам исключительно повезло. Они во многом себе это везение обеспечили. В талантах им не откажешь. Особенно некоторым из них, таким как Ленин и Троцкий. Два несомненно самых талантливых, по-своему гениальных большевика. Я считаю, что здесь не сам Александр Сергеевич Пушкин, один из его персонажей, на мой взгляд, идеализировал ситуацию, когда говорил, что гений и злодейство есть вещи несовместные. Он и все совместные. Что понимать под гением? Если под гением понимать светлый гений, гений гуманизма, гений, который на пользу человечеству, тогда несовместно, естественно. Тогда это крайние противоположности, просто полюса. А если говорить о степени талантов, почему злодей может быть очень талантливым человеком? Вот Ленин и Троцкий был очень талантливый, плюс к этому им еще очень повезло. Они попали в нужное время, в нужное место. Историк Борис Акунин в одном из своих выступлений говорил о том, что он, изучая период нахождения у власти российских правителей, он заметил, что пришел, вернее, к выводу, что каждый правитель так или иначе хотел хорошего для государства. По-своему. Согласитесь с этим? Не слышу вас, друзья. Слышите ли вы сейчас нас? Мы вас слышим, но вы у нас зависли немножко, но в целом мы вас слышим. Да. И теперь слышу вас снова тоже, да. Да, я повторю свой вопрос. Говорила о Акунине, да. На Борисе Акунине его фамилия была последняя, что я услышал. Он говорил в одном из интервью о том, что, изучая период правления различных государственных деятелей, он считает, что и пришел к выводу, что каждый из них по-своему хотел хорошего для государства. Согласитесь ли вы с этим? Никто не хотел плохого. Но он и говорил об Иване Грозном, и в том числе и о Иосифе Сталине, насколько я понимаю, но в контексте каждого, изучая историю каждого периода. Знаете, что значит «хорошее»? Говорить о том, что Иван Грозный хотел хорошего для государства, он хотел хорошего для себя. И именно в себе он видел хорошее для государства, я бы так сказал. Угу. Он был настолько хорош, что все, что он делал, было хорошо для государства, по его мнению. Точно так же и Сталин. Это тираны, оба эти люди, кстати, исторически очень похожие. Сталин себя во многом считал продолжателем дела Ивана Грозного. Это общие такие очень схожие психотипы. Не только исторические, но и просто психологически очень похожие люди.
люди страшные, люди маниакальные, люди параноидальные. И говорить о том, что они кому-то хотели хорошего, в общем, на мой взгляд, это некоторое преувеличение. Может быть, насколько я знаю, Бориса Акунина, может быть, его мысль несколько вырвана из контекста здесь. Но если говорить, кстати, о Ленине, ведь существует так называемое ленинское завещание, и якобы он как раз не рекомендовал ставить Сталина главным в советском государстве. Вот насколько это соответствует действительности? И действительно, Ленин понимал, что Сталин, даже по его, Ленина, мнению, может стать очень, ну, таким жестким лидером, жестоким лидером. Ну, жестокость Ленина не пугала ни в коем случае, он сам был очень жесток. Уж что-что Ленина не могло точно напугать, это жестокость. Его пугало другое, его пугала грубость Сталина, которая могла привести к расколу в партии. Больше всего Ленин боялся раскола в партии. И поскольку Ленин к тому времени испортил со Сталином личные отношения, или Сталин с Лениным, Сталин грубил Крупской, Надежде Константиновне, ленинской жене. У них были испорченные отношения во многом. Ленин был уже сильно более отстранен от реальной власти. И у него были к Сталину личные претензии. Я думаю, это повлияло на его характеристику. А, вот. А жестокость, это Ленину было абсолютно плевать. Он сам по жестокости никому не уступал. А в чем на самом деле, на ваш взгляд, феномен Ленина? Почему Владимир Ильич, во-первых, стал главной фигурой советского государства, такой канонизированной фактически в стране, которая отрицала Бога? А с другой стороны, опять же, тот образ, который формировался у пионеров, у советских школьников, и я это тоже еще застал, добрый дедушка, Ленин и печник, Ленин и дети и так далее и тому подобное, ничего подобного о Сталине уже не было. А феномен Ленина в чем? Вот почему у него так получилось, как вы считаете? А Сталине не было ничего подобного, потому что Сталин был разоблачен вскоре после смерти. 20-й съезд, да, уже. 20-й съезд, 56-й год. Сталин умер в 53-м, в 56-м был уже 20-й съезд. И после этого к кандидатуре Сталина руководство Советского Союза возвращалось крайне неохотно. Как с позитивной, так и с негативной точки зрения. Потому что понимало, что само упоминание этой фигуры вносит раскол в страну, а этого боялись. Ленин же раскола не вносил. Он был действительно канонизирован с первых лет. Сталин был, который возглавил страну после него, был заинтересован в том, чтобы сделать из него бога отца, а самому стать богом сыном. Это его абсолютно устраивало. Вот лежит мумия Ленина в мавзолее, Сталин топчет этот мавзолей ногами, восходит на него и произносит как бы от своего имени, от имени Ленина все речи на всех торжественных мероприятиях. Это его абсолютно устраивало. Поэтому здесь Ленин был обречен на то, чтобы стать канонизированной фигурой, богом отцом. Абсолютно. Тем более, что его никто толком не помнил. Он правил очень недолго, вскоре отошел от дел, потом умер. Все его соратники были потом Сталином уничтожены. И поэтому можно было навязывать любую концепцию характеристик Ленина, любую. Все, что угодно о нем скажешь, всему поверят. А вот в том числе и добрый дедушка, это же устраивало Сталина. Сталин такой жесткий, решительный, реальный лидер, а Ленин такой дедок, действительно добрый, нормально. Вполне сочетается одно с другим. Это Сталина устраивало. Сегодня, на ваш взгляд, упоминание о Сталине вносит раскол в российское общество? И насколько объективно сегодня способны в России оценить эту фигуру? И способны ли вообще? Объективно, разумеется, способны его оценить только историки. Потому что Сталин помер в 1953 году. И никто из ныне живущих его не помнит никак, никоим образом. Значит, верят тому, что говорят в средствах массовой информации и в СМИ. Поэтому, естественно, что говорят, тому и верят. А говорить будут много хорошего, потому что чем хуже будет ситуация в стране, тем больше хорошего будут говорить про Сталина. Это неизбежно. Сталин – это фигура, которая устраивает ситуацию, потому что его устраивает… Чем хуже, тем лучше. Чем хуже в стране, тем лучше для Сталина. Он его популярность – это популярность протеста. И поэтому в ближайшие годы, я боюсь, его популярность будет нарастать. Чем более левым будет общественное мнение в России, чем хуже будет складываться ситуация, чем радикальнее будет настрой протеста, тем популярнее будет фигура Сталина, мифологизированная. Не сам Сталин, конечно, а миф о нем, разумеется. У вас с Максимом Шевченко, журналистом, даже драка произошла в студии «Комсомольской правды». Да, по поводу роли в истории Сталина. Было дело.
Когда говорят о Сталине и о победе Советского Союза в войне, ну, вместе с союзниками, я написал пост недавно в Фейсбуке, в котором поставил под сомнение победу именно товарища Сталина в войне, что вызвало, ну, большой достаточно резонанс по масштабам соцсети и в том числе много слов осуждения. Вот, на ваш взгляд, какова роль Сталина в победе над нацизмом? Именно Сталина, его фигуры как главнокомандующего? Ну, моя позиция известна на этот счет. Того, что он был главнокомандующим, отменить нельзя. Ну, скажем, Александр I был главнокомандующим во время войны с Наполеоном. Никто ему почему-то не приписывает победу. Цена победы была настолько страшной в Великой Отечественной войне, настолько чудовищной, настолько кровавой, что говорить о том, что глава государства победил в этой войне, как-то язык, честно говоря, не поворачивается. Как его ни назови, Сталин, Иванов, Петров, Сидоров, неважно, кто бы это был. Победить ценой 30 миллионов погибших – это страшно. Значит, мы знаем, как складывалась война, что к ней привело. К ней привели страшные… Толкнули Гитлера на нападение на нас, репрессии в армии в советской, когда Гитлер понял, что советская армия обезглавлена. Обезглавил ее Сталин. Он убил 40 тысяч человек, представителей командирского состава Красной армии в конце 30-х годов. И поэтому армия пришла к войне абсолютно обескровленной. Была малоудачная финская война, которая тоже encourage, так сказать, вдохновила Гитлера на нападение на нашу страну. Потому что он понял, что эта страна не обладает такой уж сильной армией. И после этого армия была выбита, наша профессиональная кадровая армия в 1941 году была практически уничтожена. Она прекратила свое существование, будучи погибшей или попавшей в плен. И после этого воевал народ. Народ, принеся страшные жертвы, победил. Поэтому говорить о том, что здесь велика роль Сталина, его роль свелась в конечном счете позитивная к тому, что он где-то начиная с конца 1942 года понял, что он не великий полководец и уступил место действительно талантливым и образованным военачальникам. Это был умный поступок, на который он пошел, который позволил выиграть войну. Если говорить о войне сегодня, насколько эта тема возможна для обсуждения без мифов, учитывая, что, ну, мы знаем историю с телеканалом «Дождь», который поднимал вопрос о блокадном Ленинграде, и это стоило им достаточно серьезных, это привело к достаточно серьезным проблемам. То есть, хотя, с другой стороны, Киев сдали, потом Киев отвоевали, и это вроде как обсуждается. С блокадным Ленинградом у «Дождя» это не прошло. Вот, на ваш взгляд, насколько тяжело вести сегодня дискуссию в общественном пространстве о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне для России? Да, слышите ли вы нас? Да. Я потерял, друзья, или вы меня? Слышите ли вы нас сейчас? Мы вас слышим, но вы немного зависли у нас опять. Да-да-да, снова теперь я слышу вас. Да. Я вас потерял на том, что мы сдали Киев. По поводу того, насколько сегодня возможно в общественном пространстве, ну, в частности России, вести честную дискуссию о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Мы помним историю с телеканалом «Дождь», когда они подняли вопрос о блокадном Ленинграде, можно ли было его сдать, например, и для них это обернулось очень серьезной проблемой. Только за тот вопрос, который они поставили в голосовании. Вот насколько честная дискуссия сегодня возможна в России по поводу войны? Пытаться надо. Это здесь вопрос, знаете, как медведь, нужно расширять себе берлогу, жизненное пространство, толкаться и толкаться. Потому что если отказаться от дискуссии, то она будет невозможна. А если ее вести, то, может быть, она будет и возможна. Она трудна, я согласен. Нужно очень четко взвешивать формулировки. Потому что очень много принято последние годы законов, которые затрудняют эту дискуссию. Можно просто попасть под уголовную статью. Но тем не менее, если ты грамотный человек, хорошо владеешь языком и хорошо владеешь материалом, то я считаю, что и честный, то дискуссию вести ты должен. Должен и можешь. Вопрос о блокадном Ленинграде. Вы сказали о том, что вы как раз допускаете вариант, что история знает сослагательное наклонение. На ваш взгляд, вот этот шаг не сдавать Ленинград, оставить его в блокаде, он был правильным с точки зрения стратегии? Я не стратег, я не могу обсуждать этот вопрос. Не знаю. Это очень тонкая тема, очень тема тонкая и с морально-этической стороны, и с исторической стороны. Я сейчас не готов поддержать этот разговор. Говоря об общественной дискуссии, роман Гузельяхина «Из Ульха открывает глаза». Недавно он был экранизирован. В нем, как мы знаем, рассказывается о сталинских репрессиях. Некоторые упрекают эту картину в искажении исторических фактов.
Согласны ли вы с этой критикой и смотрели ли вы читали? Я готов защищать эту картину. Вот от нападок именно с той стороны, которую вы упомянули. Потому что ее обвиняют в очернении истории. Да она ни черта не очерняет историю, она скорее обеляет. Картина хорошая, с прекрасным подбором актеров. Но если говорить о том, насколько там здраво, трезво и, я бы сказал, адекватно изображается история раскулачивания, то, конечно, это по сравнению с реальной историей раскулачивания, это просто пансионат пионерский. Очень мягко изображено. А картина сама по себе хорошая. Но изучать по ней историю нельзя, потому что, повторяю, очень мягко изображена, очень мягко, так я бы сказал, по-доброму изображена действительность, которая на самом деле была гораздо жестче и злее. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните. Николай Сванидзе у нас на прямой связи. Задавайте свои вопросы. Пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. В рамках чрезвычайной ситуации в Латвии у нас прошел День Победы, и тихо он прошел, и с ограничениями, и не как в предыдущие года, но все-таки продолжается спор, в том числе и среди первых лиц государства, о том, в какой день нужно отмечать праздник Победы. В Европе он отмечается, как мы знаем, 8 мая, а на постсоветском пространстве 9-го. Что можете сказать по этому поводу как историк? Ну, как историк, уже мы привыкли отмечать 9 мая. Жуков подписал акт о капитуляции с германской стороны, подписанный Кейтелем, 9 мая, поэтому 9 мая надо отмечать. Я здесь не вижу, честно говоря, никаких оснований для того, чтобы менять ситуацию. Другой вопрос, если речь идет, это окончание Великой Отечественной войны. Угу. Окончание – это победа над фашистской, над нацистской Германией. Если же говорить об окончании Второй мировой войны, которую знаменовал акт капитуляции Японии, то, конечно, он отмечается, на самом деле, всем миром 2 сентября. Я не вижу никаких оснований для переноса на 3, который был у нас совершен. Вообще никаких. Потому что подписание было 2 сентября 1945 года. А 3 сентября не было ровным счетом ничего. Поэтому никаких исторических оснований для переноса я просто не нахожу при всем желании. Да, а на ваш взгляд, что произошло? Почему решили перенести, собственно? Почему Госдума приняла? Я не знаю. Есть несколько точек зрения. Значит, со мной никто не советовался по этому поводу, и мне никто не объяснялся. Поэтому я не могу здесь вам предложить истину в последней инстанции. Но один из вариантов тот, что, чтобы не быть как все, поскольку сейчас все время идут дискуссии, с западным сообществом по поводу войны, я не исключаю, что и такой вариант пришел в голову нашему руководству. Просто вот, а мы будем вот так вот, третьего и все. Ссылаясь на то, что было решение советского руководства того времени отмечать это 3 сентября. Но мало ли что Сталин решил. Сталин, вот он день Победы вообще в 1947 году перестал отмечать. Мы теперь тоже не будем его отмечать. Но мы теперь будем ориентироваться вообще на решение Сталина. С какого бодуна, прошу прощения. Второй вариант, еще один, это тот, что 3 сентября, это, к сожалению, день трагедии, день памяти погибших детей Беслана. И решили как бы закрыть. Это плохой вариант. Это циничный вариант. Но, к сожалению, его тоже исключать нельзя. Решили закрыть как бы тему Беслана темой победы во Второй мировой войне, чтобы это был праздник, а не трагедия. Если это так, то это очень плохо, но тоже, повторяю, исключить такого варианта я не могу. Я еще раз напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы можете нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Пишите нам также в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Номер WhatsApp. Историк Николай Сванидзе с нами на прямой связи сегодня в студии. Да, но что касается преступлений, которые, или, скажем так, сомнительных каких-то действий, которые совершали союзники в годы Второй мировой войны, сейчас очень субъективное ощущение. Ванигут, например, всю свою жизнь он не мог простить, и, в общем-то, он написал «Бойню номер 5» именно под впечатлением бомбардировок Дрездена, которые он считал необоснованными. История Хиросимы и Нагасаки, когда сбросили бомбу, которая, по большому счету, наверное, была не нужна. Это в американской, британской культуре отражено как некие такие сомнительные действия. Вот насколько сегодня российские культурологи или российская вообще культура способна осознать свои какие-то сомнительные действия во время Второй мировой войны, какие-то преступления, возможно? Есть это осмысление? На официальном уровне, я думаю, нет. Вообще подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне был настолько высок и настолько неоспорим, что
что можно говорить о преступлениях, которые имели место, это никак этот подвиг не умаляет. Я считаю, что это свидетельство уверенности в себе, признавать свои преступления, свои ошибки, тем более, что они не свои, они не наши. Это преступление режима. Это нормально. Мы сейчас не сталинский режим. Путин не Сталин. Современное руководство – это не сталинское руководство. У нас нет ГУЛАГа, у нас нет террора массового государственного, у нас этого всего нет. Зачем же мы подверстываемся под решение и под знамена того времени? Я не совсем это понимаю. Поэтому на самом деле надо признавать свои ошибки. Даже если речь идет не только о Второй мировой войне, но и о преддверии Второй мировой войны. Значит, таких событиях, как пакт Молотова-Риббентропа, я не понимаю, зачем он оправдывается. Просто я не вижу в этом никакого рационального смысла, честно говоря. И тем не менее это происходит. Но пакт Молотова-Риббентропа, и все-таки можно ли говорить о том, что войну спровоцировали СССР и нацистская Германия? Потому что, опять же, здесь есть разные интерпретации, разные точки зрения, хотя министр иностранных дел Германии заявил, что именно нацистская Германия, и только она виновата в развязывании Второй мировой войны. Но, тем не менее, что вы об этом думаете? Ну, во-первых, это делает честь руководству нынешней Германии. Еще бы они сказали, что не они виноваты. Они обязаны так говорить и правильно делают, что так говорят. Значит, и потом это историческая правда. Нацистская Германия развязала Вторую мировую войну. Это произошло 1 сентября 1939 года нападением Гитлера на Польшу. И дальше есть страны, которые несут ответственность за то, что они в значительной степени спровоцировали Германию на это. Не спровоцировали, вру, не то слово употребил, позволили это сделать. В их числе Англия и Франция, которые заключили Мюнхенский договор с Гитлером, отдав ему фактически Словакию в 1938 году, если Сталинский Советский Союз, который заключил пакт Молотова-Риббентропа, фактически договор Сталина-Гитлера в 1939 году, без которого, конечно, нападение Гитлера на Польшу могло бы и не произойти, потому что, конечно, Гитлер не хотел воевать на два фронта. Он таким образом через этот договор нейтрализовал Советский Союз. Это, я считаю, было преступление сталинского режима, потому что секретные протоколы позволили разделить. Они содержали раздел Восточной Европы между Сталином и Гитлером за спиной независимых государств. Это прямое преступление. Потому что касается того, каким последствиям это привело для Советского Союза, то это развязало руки Гитлеру, который позволил ему напасть на Советский Союз тогда, когда он счёл это для себя наиболее безопасным и наиболее надежным, то есть 22 июня 1941 года. То есть, иначе говоря, в морально-этическом плане это преступление. И практическом это серьезная ошибка. Об этом нужно говорить прямо. Но, разумеется, войну начала гитлеровская Германия, это несомненно. В одном из интервью вы оценивали слова одного французского историка о различии между европейцами и русскими. Вы сказали, что у русских нет обостренного чувства истории. Что вы имели в виду? Могли бы вы это пояснить? Я, честно говоря, не помню, когда я это говорил. Возможно, это было вырвано из контекста. Ни у кого нет обостренного чувства истории. У французов тоже его нет. Обостренное чувство истории – это некая абстракция. Ни один народ не может сказать, у меня есть, что американцы могут сказать, у нас есть обостренное чувство истории. Не думаю об этом. Не думаю так. Но оно должно быть, вы считаете? Ни у кого нет такого обостренного чувства истории. Никто не может этим похвастаться. Должно ли оно быть, вы считаете, вот эта рефлексия и так далее? И, наверное, нет, то, что… Да. Не должно быть. Я считаю, что должна быть, я бы сказал, другое должно быть. Должно быть более критическое отношение к себе. Но его тоже ни у кого нет. Вы знаете, вообще говорить, что у каких-то народов есть какое-то отношение к тебе, у кого-то нет, это вопрос государственной власти, это проблема государственной власти. Это проблема истории, скорее, той, которая у нас была. Нас история приучила к отсутствию критического отношения к себе. Государство долго льстило народу веками. Льстя народу, оно возвеличивало себя. Так было ему выгодно. Это была популистская позиция. Вот. Народ к этому привык, что ему льстят. Привык к тому, что он не ошибается. Привык к тому, что его история безошибочна. Это выгодно власти. Иметь безупречную историю. Безупречная история как бы подводит основание под безупречную современную позицию. Современную политику. Мы все, что мы делаем, мы правы, потому что у нас безупречная история. Мы были правы в 1939 году и в 1945, и поэтому мы правы сейчас. Мы наследники безупречных, и мы сами безупречные. Это выгодно власти, и поэтому в этом убеждают народ. А народ в этом убеждается с удовольствием. Каждому выгодно считать, что он безупречен. И нам с вами это выгодно.
Когда у нас с вами что-то не получается, нам же приятно читать, что не мы в этом виноваты, правда, а кто-то другой. Но в то же время ведь есть книги в России, которые были написаны, которые показывают вот эти ошибки, эти тяжелые, черные, мрачные страницы. Мы можем вспомнить и Варлама Шаламова, который писал о лагерях «Колымские рассказы», и Солженицына, которого, правда, многие называют клеветником и агентом ЦРУ, но, тем не менее, много было написано, и эти книги все-таки широко доступны. Вот, на ваш взгляд, это все-таки не помогает как-то на себя посмотреть по-другому немножко? Знаете, я не люблю таких формулировок. Извините меня, Бога ради. Солженицына многие называют клеветником и агентом ЦРУ. Кто эти многие? Это очень... Льва Николаевича Толстого не называют клеветником, а Пушкина не называют клеветником. Я не знаю, кто Солженицына называет клеветником. И он называет клеветником идиоты. Значит, или люди, которые намеренно врут. Солженицын – великий русский писатель, замечательный историк. Никаким клеветником он не является, он писал правду. Можно по-разному относиться к его сочинениям как к художественным произведениям. Потому что он писал правду, это для меня совершенно несомненно. Поэтому я бы не воспроизводил какие-то клеветнические домыслы о нем. А, да, они писали правду, и Солженицын, Варлам Шаламов писал правду о России. Нормально это что? В чем вопрос? Ну вот как раз это то, что я упомянул. Многие, понятно, это очень относительное понятие, но тем не менее, опять же, если мы берем социальные сети, если мы напишем о Солженицыне, то увидим достаточно много негативных отзывов. И я просто вспоминаю один разговор, я был на Соловках, и там как раз, в общем-то, происходили известные страшные события, и там я познакомился с одной женщиной, с которой мы заговорили о Солженицыне. Она как раз сказала, что зачем вы верите этому агенту ЦРУ, и это меня удивило, потому что женщина была из Санкт-Петербурга. Понятно, что это частный случай, и это не отражает всего, но тем не менее, вот эта позиция как стадия отрицания. Я еще раз повторяю, я бы не воспроизводил это навязанной государственной пропагандой в советские времена этой точки зрения. Его преподносили как агента ЦРУ, это вовсе не значит, что мы с вами взрослые, современные, образованные люди будем, так сказать, все время напоминать об этой точке зрения. Точек зрения много, в том числе о том, что Земля плоская и стоит на трех слонах. Мы не будем говорить, что есть и такая точка зрения, правда? Хотя она есть. Но здесь ведь интересно другое, что если государство делает что-то мейнстримом и создает какую-то точку зрения, то большинство, рискну предположить, все-таки включается в эту игру. Оно начинает принимать то, что говорит государство, нет? Разумеется, но это не значит, что это хорошо, что мы будем это об этом говорить как о реальной точке зрения. Это точка зрения навязанная. Я еще раз повторяю. Есть точка зрения, что миром правят маленькие зеленые человечки, что есть некоторое мировое правительство. Ну и что? Ну, вы считаете, то есть эти точки зрения не должны звучать в свободном доступе, в СМИ, на просторах телевидения, например? Потому что вот даже сейчас в условиях коронавируса, мы можем, вы сказали, что не стоит говорить публично, наверное, и подчеркивать то, что Земля плоская, и эти мнения выводить куда-то в свободный доступ. Что касается истории с коронавирусом сейчас, есть и отрицатели коронавируса, есть и те, кто верит в эти теории заговора. Как, на ваш взгляд, должны ли эти мнения звучать все равно как альтернативная позиция мнению экспертов, мнению Всемирной организации здравоохранения и так далее? Нет, ну они звучат, запрещать их нельзя. Они звучат в сетях, их нельзя запрещать. Это не значит, что мы с вами, три грамотных человека, профессиональных журналистов, будем всерьез озвучивать эти точки зрения и приводить их в качестве альтернативных. Ну, я думаю, что это ниже нашего с вами профессионального достоинства. Вот Владимир Познер как раз в завершении одного из интервью сказал о том, что не стоит давать слово на федеральных каналах, например, отрицателям коронавируса сегодня. Как вы думаете? Согласен с ним. Так же, как нельзя. Есть, скажем, точка зрения, что не было Холокоста. Ну, давайте на федеральные каналы будем пускать людей, которые... Да не было никакого Холокоста. Это евреи сами придумали. Есть такая точка зрения? Есть. Угу. Давайте мы ее будем озвучивать. Нет, извините, не будем. Пишет Александр, наш слушатель из Сиэтла. Он просит передать вам нашу благодарность за создание сериала «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Их командой был проделан титанический труд при создании фильма. Регулярно пересматриваем. И еще, всю свою молодость я болел за «Московская торпеда». Здоровья. Спасибо, это очень приятно. Да, пишите нам в Фейсбуке или в WhatsApp 2306191. Николай Сванидзе у нас на прямой связи.
Да, и можно также звонить нам по телефонам. Я еще раз их напомню: 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Как вы в целом оцениваете ситуацию в России с сдерживанием распространения коронавируса? Как воспринимаете действия властей и те меры, которые предпринимаются? Ой, вы знаете, как сказал в свое время один из известных ведущих деятелей Китайской революции в 50-е годы 20 века, когда его попросили дать оценку французской революции конца 18-го, он сказал, рано, слишком мало времени прошло. Вот, на мой взгляд, еще не время давать оценку действиям нашей власти по борьбе с коронавирусом. Давайте мы победим коронавирус, а потом будем давать оценку. Но в целом вы больше критически относитесь к тому, что происходит? Я бы сказал, с надеждой отношусь. Посмотрим, что будет дальше. Но на ваш взгляд, можно ли рассматривать эту историю уже как некое историческое событие, то есть пройдет какое-то время, и мы будем вот этот период, может ли он быть занесен, в общем-то, в учебники истории, как вы считаете? Он, несомненно, будет занесен в учебники истории, разумеется, это очевидно. Это глобальное событие огромного масштаба. Как же оно может быть не занесено в учебники истории? Будет. Другой вопрос, каким образом мы его будем вспоминать? Будем мы его вспоминать с некоторым, так сказать, облегчением, что вот победили, слава богу, было и прошло. Да, погибли люди, да, прямо скажем, событие трагическое, но мы его победили. Или мы будем его вспоминать с другим чувством, что вот пришла напасть, которая до сих пор, у нас нет от него лекарства, нет от него спасения. Не знаю, пока рано говорить. Но исторические события такого масштаба, они сильно влияют на жизнь и меняют ее, потому что, ну, как мы знаем, если говорим о Первой и Второй мировой войнах, то мир разделился просто на до и после, ну, по крайней мере, со Второй мировой войной, это очевидно. А вот подобные пандемии, эпидемии тоже могут так делить время, как вы считаете? Первая мировая война сыграла роль не меньше, чем Вторая, я бы сказал. Она привела ко Второй и сыграла колоссальную роль в истории человечества. Но я бы не сравнивал пока что пандемию коронавируса с Первой и Второй мировыми войнами. Ну, безусловно, все-таки, это разные вещи. Конечно. Все-таки события разного масштаба по степени трагизма. И я надеюсь, что и по влиянию негативному на нашу жизнь. Все-таки. Говоря об опыте... Не изменить нашу жизнь. Это не может. Изменит. И в бытовом смысле, и в политическом, в экономическом. Каком угодно изменит, но меру этих изменений пока не слишком рано говорить. Какой вывод мы, на ваш взгляд, должны сделать, исходя из этого опыта? Никакого вывода мы пока что. Я не буду представлять палец колбу, изображать мудреца великого и говорить сразу же, какие выводы мы должны сделать из коронавируса. Пока что, во-первых, рано вообще делать выводы. Во-вторых, вывод можно сделать только один. Мы должны быть готовы ко всему. Человечество должно быть готово ко всему в любой момент. Вот и все. Ну вот когда мы говорим, опять же, я возвращаюсь к периоду войн, это достаточно такая история для Латвии актуальная, потому что говорят о легионерах ВАФНСС и их участии, и приходится слушать и такие аргументы, что когда начиналась война, то не было Гугла, нельзя было, в общем-то, прогуглить и понять, что происходит, и иметь тот взгляд, который мы имеем по прошествии многих лет, и смотрим на это как на историческое событие, соответственно, люди могли просто ошибаться, они не делали какой-то выбор, исходя из того, что хотели служить там злодею и так далее. Вот насколько, на ваш взгляд, это справедливое определение, если, например, люди шли в легион ВАФНСС, в общем-то, не отдавая себе отчет в том, куда они идут и зачем. Можно ли так говорить вообще? Ну, можно, конечно. Вообще, сам по себе Гитлер – это страшная фигура, гений зла своего рода, хотя, возвращаясь к понятию гения этого человека, не хочется называть этим словом, конечно. Такой враг рода человеческого. Но в какой мере он враг, это выяснилось в процессе. А тогда не было ясно. Мы еще не знали, как решается еврейский вопрос. Мы еще не знали о печах. Мы не знали о лагерях смерти. Никто не знал. Мне рассказывал сосед, значит, ваш географический, политический, бывший замечательный, ныне покойный народный артист СССР Донатас Банионис, что когда он был актером в 1941 году, актером-стажером Поневежеского театра, мальчишкой, они настолько испугались депортаций сталинских, которые происходили летом 1941 года, за две недели, в июне, за две недели до нападения Гитлера, что они вырыли яму во дворе Поневежеского театра и стали ждать Гитлера. Стали ждать Гитлера как спасение. Ну что, мы будем их теперь осуждать за то, что они гитлеровцы? Нет, конечно. Они не понимали, что такое нацизм, что такое Гитлер. Скоро они в этом убедились.
Поэтому здесь все это с ходом исторических событий узнается. Нередко, опять же, в Латвии можно услышать о том, что 9 мая 1945 года для Латвии это не только День Победы, но и продолжение советской оккупации. Вот насколько с исторической точки зрения это справедливое определение? К сожалению, во многом да. Во многом да. Не только для Латвии. Это справедливо для многих республик Советского Союза и для многих стран, которые потом вошли в ореол советского контроля. Состав социалистического блока, так называемого. Это страны, которые были освобождены советской армией от нацизма, несомненно освобождены. И республики, советская армия освобождала и свою территорию в том числе. Они были освобождены, но потом им была навязана воля сталинского режима против воли граждан, которые там жили. Той или иной степенью, так сказать, формальной юридической легитимности. Формальной, я повторяю. Эти люди жили под советским режимом, не желая того. Это называется оккупацией. Это в данном случае не правовой термин, а он чисто моральный, в этом смысле он имеет право на существование. Поэтому я понимаю тех людей, которые говорят, что вы нам заменили одну оккупацию на другую. Можно сравнивать там степень жестокости гитлеровской оккупации и значительно более мягкую оккупацию советскую. Хотя она временами была при Сталине совсем не мягкой, кстати. Но что она была против воли граждан, это несомненно. Это был насильственный для граждан этих стран или этих советских республик режим. И потому отношение сейчас к нашей истории у нас разное. Для россиян и для, скажем, части латышей, и для литовцев, и для чехов, поляков и так далее, она очень разная. Это отношение к истории очень разное. Для россиян оно горделивое. А для вас, условно говоря, далеко не всегда так. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в эфир программы «Абонент доступен». Историк, журналист Николай Сванидзе был гостем нашей программы сегодня. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, хорошего дня.